Друзья, всем привет! Многие из вас написали, что нужно убрать вот эти ягоды. А я тоже так подумал. У нас, помните, позапрошлогодняя эта, она полностью сгнила. Ну как, она не умерла, там новые эти идут, веточки. Но на ней были первый год ягоды. И поэтому я со всеми с вами согласен. И вот обрываю. Вот так. Все. Вот так. А это ёшта. Ёшта написали. А то я не знаю даже, что у меня тут растет на усадьбе. Вот так. О. Хочу в дальнейшем, друзья, когда она хорошо примется, сделаю им тут заборчики такие. Ну, может, еще осенью посажу и там. Посмотрим. Так что такие дела. Пускай. Может, каких-то... А, не увидел. Может, каких-то деревьев еще посадим здесь, там, на усадьбе у нас. Где дальше. И, друзья, еще хотел, знаете, что я вам объяснить? Ну, не объяснить, а... ответить, можно сказать, на вопросы. Друзья, если мы эту курочку не вылечим, вы видите, вот она здесь сходит, кружит, надо ей водичку поменять, за июнь сейчас будет, мы к ней еще не заходили. Ну все, корм у нее есть. И, друзья, мы это не для того мы это делаем, чтобы там попоказывать или поиздеваться там или еще что-нибудь. Мы это делаем для того, чтобы на будущее понимать, что делать с такими курями. Если у нас получится ее выходить, значит, мы будем знать. Ага, мы запишем, что то-то мы дали. Курочка, о, выпрямилась. Не, опять начала кружить. То есть ей помогло, все нормально. Чтобы в следующий раз, если, не дай бог, случилась такая беда, ага, мы клац, посмотрели в журнале, или в голове оно отложится в любом случае. И мы уже будем знать. Убрать всегда это легче всего. Ну и, друзья, кушать мы ее, скорее всего, не будем. А Володька в кашу, он так сырое не ест. Не ест. Я ему и поросят давал, он не ест такое. Ну вот, если курица, допустим, пропала, я ему даю, например, он не ест ничего такое. А вот когда в каше сваренное, он кушает. Мы по кулечкам разделаем и ему будем скармливать. Ну и котам тоже, естественно, вареное. Может, из-за того, что мы ему вареное всегда давали, он и не ест сырое. Ну, это еще и огромный плюс. У нас и Жорка был такой... что возле него куры гуляли, он никогда не тронет ни курей, нигде ничего. То есть это наоборот хорошо. Так, вот тут, друзья, у меня позарастало. Ну, я, как говорится, хочешь не хочешь, но тут надо будет все равно убрать вот эту траву, чтобы, не дай бог, потом она, ну, она в любом случае, если останется, она здесь высохнет, не дай бог, искра какая-то, там у меня сено. И сгорит все. Поэтому лучше... О, Мурочка ходит. Лучше как лучше. Мы вот это с Катей, друзья, тут наблюдаем за этими маленькими архаровцами. Они такие тут самостоятельные. О, гляньте. Купаются тут что-то. Гребутся, ныряют. Ходят, выхожу, они уже там гуляют. Я говорю, вы, ребята, куда вы ходите? Сейчас, зайка, сейчас. Ух ты, блин. Ой-ой-ой. Так, друзья, Катя сделала ей новенькую водичку. А сколько ты сюда набрала? Литр? Или больше? Чуть больше. На. Ух ты, блин. Вот так, все. Курочку попоили. Корм у нее есть там, друзья. Ну, короче, все здесь нормально.
Все, утяток, пойдемте еще утяток посмотрим. Самостоятельных. А вон они, траву. Молоча им нравится. Вон один уже вообще, вы видите, на солнышке сел и сидит. Никто их не трогает, не обижает. Если бы, друзья, их обижали, мы бы их, ну, куда-то бы закрывали. А так, они оп-оп, запрыгнул и будут сейчас плавать. Некоторые плавают еще. О, вы видите? Опа! Бассейн у них. Лапки что-то там чистят. Ну, короче, занимаются своими делами. Можно за ними наблюдать тут не один час. Как, знаете, как рыбки в аквариуме плавают. За ними можно наблюдать часами. Так и за этими мелкими. Гляньте, гляньте. Ловят тут мух каких-то, комаров. Вчера, друзья, был ливень. И обещают у нас... Ну и сегодня парит целый. Вчера целый день парило. Невозможно. И сегодня опять начало парить. Но... Ух ты, блин. Ой-ой-ой. Так... выбил с головы, стрельнули тут. Володя, еще, друзья, хотел я... Подожди, Володь. Хотел по поводу вот этих вот улиток. Друзья, я их, я же говорил, в соль кинул. Я не знал, что они там могут паразитов каких-то разносить. Но вот они уже сухенькие, они сейчас пару дней еще полежат. Вообще высохнут. Но, друзья... Я не знал, что паразиты там или еще что-нибудь. Это у меня, я же говорил, просто пробный вариант. Если у меня получится, то я из-за чего хочу попробовать? То есть возможность их тут набрать, допустим, ну за все время там потихонечку собирать, там, допустим, день выделить после дождя. 100 килограмм насобирал. Сделаю какую-нибудь, да вон у меня бочка есть, поставлю на костер. Закипячу их, сварю и все, друзья. Там соли немножко кину. И будет нормально. Все микробы, все вот эти, которые там гадости, умрут. Это у меня просто пробный вариант. Из-за чего я так немножечко. Я набрал больше пол ведра, остальных выпустил тут у себя. Друзья, понимаете? Тут нету. Есть, но очень мало. Но я хочу, чтобы их тут было больше. Чтобы, допустим, никуда не ходить. Травы тут достаточно, листьев. О, Катя говорит, кормежка. Очень редко происходит. Ну, вот она. И, друзья, понятно, я понимаю, что может быть зараза какая-то там или еще что-нибудь. Я немножечко перекипячу его. Там минут 5 поварится оно и все. И готовая мясокостная мука будет. Ну, я надеюсь, друзья. Я еще не знаю. Но вообще-то я надеюсь, что будет. Спрашивали, друзья. Вот смотрите. Это кабанчик. Это свинка. Рябенький кабанчик. Кабанчик и кабанчик. Одна рыженькая свинка. Все остальные кабанчики. Ну, а белые. Тут а вот две свинки спереди. А еще одна свинка и два кабанчика. Наш подбитый и еще один. Вы видите? Подбитый, конечно, мне так нравится. Уже как-то к нему привык. Вот, друзья, вы видите? Даже вот взять по поросенку. Мы просто как бы помазали там йодом. Ничего мы ему не делали. А, ему я еще вколол катазала один раз. Я ему вколол 1,5 кубика. Когда он болел, думаю, сделаю ему укольчик и все. И мазали йодом. Молочко у нас есть. Немножечко подкармливаем его. Все. Выходился кабанчик.
Я думаю, сам смысл пошел. Видите, что он был слабенький. Видать, его сгоняли, у него самый невкусный сосок. Ну, вон он, кушай, кушай. Видите, вот они все кушают. Кушают, кушают, кушают. Все, поели и все, вскакивают. А он еще не наелся. Но мы его сейчас подкормим. Ты набрала, Зань? Давай, подбитый, выходи. Иди, иди. Не вы, выходи, подбитый. Давай. Он до сиськи прицепился. Отойдите. Не, надо его ловить. А ну, а ну, а ну, текай. А ну. Иди сюда, все, хватит. Давай, все, отдай сись. Отцепись, пошли. Пошли, выходи. О, еле поймал. Все, вчера сам вышел. Сегодня не хочет. О, о, о. Все, давай бегом. Быстро давай, он ищет уже. Так. Друзья, это бутылка не стеклянная. Это пластиковая бутылка. Специально вот так обрезана. Она здесь лежит. Если будет воды много, иногда он... Но он не напускает, а те напускали. Я вычищаю в это ведро. Бывает с водой. Поэтому та бутылочка лежит. Там у меня еще одна такая. Ну, чтобы не искать. Она здесь лежит, никому не мешает. Иди, иди. Вон, подбитый. Иди. Патя, 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 патя. Иди. О. Все. Все, сейчас наест живот. А так мы его два раза в день подкармливаем. И все хорошо. Маркиз, и ты пришел? Угу. Вот так. Отгоняет. Все, наел живот, гляньте какой. Все, вот и хорошо. Откушал немножечко. И сейчас пойдет, ляжет, будет отдыхать. Такой кабасик. Ножка у него там еще немножечко. И эти хотят. Ну, они гляньте, какие хари. Выглядывают. Так, ну ты его загонишь, знай. Да. Так, Браун Бёрн меньший. Браунёк. Хорошо кушает. Ну, а если хорошо кушает, значит и хорошо растет. Даже я обращаю внимание. А если получится, друзья, у меня сделать вот это, что я планирую, я еще в прошлом году хотел попробовать, но так у меня не получилось. Ну, а в этом, я думаю, получится. А я минимум хочу хотя бы 300 кг сделать вот такого корма. Есть такая возможность. В прошлом году... А, кстати, еще хотел рассказать. Я же говорил уже... В прошлом году вот этих улиток принимали по 10 гривен за килограмм у нас здесь, где бузину я сдавал. И куда-то размещали на рестораны. То есть люди их едят, а животным, я думаю, тем более можно. Ну, в целях безопасности я так и планировал их проваривать там 5 минут, чтобы все микробы, все поубивалось. И все. Ну, короче, будет толк, я думаю. Друзья, подцепил везде сетку. Ну, короче, везде, где открыл окна. И там подцепил. И здесь, друзья, взял вот эту ерунду. Это рыжухе нравилось чесаться. Вот, давай. Вот так. Моя девчулька. Вот так. А, ну, понемножечку. Катя мне положила, говорит, давай, чеши. Козочки почти вычесанные все. Вот так. Вот это порезалось. Где-то. Где она лазила, вы видите, будет в шрамах вся свинюка. Ну, оно у них быстро заживает, так что
Я и не переживаю. Я все равно увидел, когда уже ранка была зажитая. Ну, зажила уже практически. Корочкой взялась. Все, жарко. Жарко. Друзья, жара неимоверная. Но... А ну как жара? Не жара, а... Сколько здесь? Ну, здесь всего-навсего 22 градуса. В сарае. Зая, ну глянь, сколько на том градуснику? 20. А на том даже 20, друзья. И просто парит. 20 градусов это вообще хорошая. Просто вот такой вот. Ну, вы видите на меня, мокрый постоянно. Влажный сильно воздух. Ну, вентилятор включил я. Они сейчас поедят, лягут, успокоятся, и у них будет все хорошо. Да, друзья, видите, мухи покусали. Потому что нету никаких больше прыщиков. Я думал, что это подкожный клещ. Но потом я рассмотрел. Обычно подкожный клещ на щеках вот здесь и живот. Тогда нужно колоть вермектин. Ну, по весу. Сколько вот, допустим, один кубик на 33 килограмма. И повторять через неделю. От паразитов, таких, что в желудке. Одноразово его наколоть. А от этих, если подкожный клещ, такие прыщички, два раза нужно колоть. С интервалом в неделю. Здесь тоже. Ну, короче, друзья, все, которые окна... Открыты сейчас. Ну, я полностью все, что должно быть открыто, пооткрывал. Вот они. И везде поставил сетку. Видно ее на камеру или нет? Нет, ну вот она. Не видно на камеру. А ну. А-а. Ну, друзья, сетка есть везде. Так. У этой архаровки тут еще рано. Ну, хотя, через дня три уже может. Петля начала увеличиваться. Ну, друзья, я наблюдаю за ней. Если молоко появится, то тогда придется дежурить здесь. Потому что она первый раз. Мы не знаем, что это за свинья. Если, допустим, за эту свинью, я реально понимаю, что я могу вообще ее оставить. Она сама поросится. Вот рыжуху. Рыжуху оставлять ни в коем случае нельзя саму, она всех поросят, ну, уничтожит. И надо будет посмотреть, что за свинья это. Так она спокойная вообще, как двери. Ничего не кричит, не ругается, не кусается, да? Да, фасолечка. Вот такая свинюка. О, жарко, жарко, жарко всем. Все ложатся там, где сырость. Хотя, я же говорю, 20 градусов. Но тут, вот здесь, друзья, возле вентилятора, вот сейчас я стою вообще хорошо. Ой, шикарно. Ну, тоже здесь стоять долго тоже нельзя. Так. Козочки. На лугу пасутся. Что такое, белка? Что такое? Что-то она сегодня какая-то спокойная, как двери. А не, то она до Кати спокойная. Я говорю, она же беременна. Из-за этого настроение меняется у нее, наверное. Так. О, там утки. Вот эта утка и вот эта. Вот они здесь двое несутся. Рогом почесал. Вы видите, что творит? Друзья, там написали, Тихон же болел. Друзья, он болел, но он же сейчас, гляньте на него. Не обязательно, если он когда-то болел, что он будет всегда болеть. Он хороший, красавец, вымахал. И все у него хорошо. Гляньте, гляньте, куры. Занимаются. Сегодня высыпал им сюда дробленку. Ну, которая у свиней собрана. Видите?
Вода. Ну, намочила не сильно, поэтому я их еще выпустил. Так что такие дела. Все, друзья, всех показал. Смородину убрал. Надеемся, что будут кусты такие большие. Все, всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки обязательно, пишите комментарии. Всем пока, друзья.